как вы относитесь к сменам глав комиссий постоянных? Как вы считаете, вообще нужны столько кадровых перестановок вот сейчас? Я вообще за перезагрузки, я такой сам по себе. За перезагрузки почему? Потому что, ну, наверное, нету таких, знаете, конкретно, как сказать, мне бы хотелось более, наверное, жесткости. Жесткости во многих вопросах и как бы к определенным будем говорить людям и тому подобное. Как бы я сейчас, например, этого не вижу. Я считаю, если должна быть перезагрузка, то она должна идти полностью. Как бы то, что я сейчас вижу на протяжении 4 лет, уж сами видите, оно идет, в принципе, в одном движении. Значит, ну, наверное, нужно что-то менять. Ясно.